Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяние 1:8. Это было в Иерусалиме, словно пламя на учеников. Дух Святой сошел, чтобы быть пред ними всюду до скончания веков. Были все единодушно вместе, вспоминали пройденные дни. Господу молились, пели песни. Вдруг шум ветра с неба и огни. С неба шум, как будто ветер рвется, но не ветер это, Дух Святой. И на всех наречиях несется слава в небо с детской простотой. И в сердцах учеников не стало страха, что недавно их томил. Что, Синедрион, их сердце знало, с ними тот, кто всех сильнее сил. И наполненная силой этой понесли евангельскую весть. Сколько было в ней любви и света, и чудес, готовых не счесть. Исполнился Дух Святой, и начали говорить на иных языках, как Дух дал им провещевать. Деяние 2:4. Пришел движение Иерусалим, в тревоге книжники и фарисеи. Христос воскрес, и верили не им, ученикам Христа из Галилеи. Пятидесятница, великий день, среди великих дней от сотворения, рассеяв страха и сомнения тень, сошел на землю свет благословения. Божественная мудрость с простотой в речах апостолов соединились. На них с небес пролился Дух Святой, и силой свыше люди осветились. Огонь над каждым пламенел, и пламя над челом не угасало, и то, о чем никто сказать не смел, на площадях торжественно звучало. Творились чудеса, открыв уста, они иного языка не зная, вдруг проповедовали всем Христа, иноплеменникам с чужого края. В то время полон был Иерусалим, народа всякими под небесами, и было удивительно всем им, и изумлялись люди чудесами. Для них звучала Божья благодать, благая весть иными языками, как Дух Святой давал оповещать знакомыми, понятными словами. «Не рыбаки ли?» – спрашивали все, нам говорящие галилеяне, «но говорят на нашем языке». Быть может, не себя они или пьяны? Но шум откуда, как от многих вод, и в пламени их не искажает волос. Тогда апостол Петр возвысил голос. Сказал им, иудейские мужи и все живущие в Иерусалиме, они не пьяны, а от всей души вам благовествует Иисуса имя. Это предречение сбылось, пророчество пророк Иоиля. Обещанное Богом излилось знамение невиданным, обильным. И падали на вот его слова, звучали очки и вевы, сжигая, ступала на земле свои плава, темка в киста, вселенечка живая. Thank you.